В селе Липовец Валовского района закончилась кубковая премьера, организованная телекомпанией «Липецкое время». В борьбе за главный трофей приняли участие рыболовы-любитель из Липецкой, Курской и Ленинградской областей. В пылу повышенной конкуренции участники соревнований за 2 часа выловили из местного пруда 85 килограммов 980 граммов рыбы. Больше всех улов оказался у представителя села Валова Николая Плешакова. Он потянул на 8 килограммов 800 граммов и позволил удачливому рыболову стать обладателем заветного кубка. По решению организаторов соревнований, отныне этот кубковый турнир будет традиционным. Удачи всем, на диване меньше лежать, больше ловить. Тем более праздники, весна, природа, погода. Все, и здоровья от этого бывает больше.